Роман приехал в Умрео, чтобы зарегистрировать автомобиль. Купил Ниву с пробегом, но в хорошем состоянии. Что все документы теперь помогают оформить бесплатно, не знал. Раньше как бы заполняли в машинах, а сейчас можно спокойно подойти и в Умрео сделать заявление бесплатно. Удобно, очень удобно. Не заходить ни в машину, ничего, подошел сразу в МРЭУ, сделал заявление и пошел ставить машину на учет. Некоторые автолюбители идут по старинке к посредникам, помогающим в составлении документов для ГИБДД. Их услуги обходятся в сумму от 200 рублей. Вы сейчас платили за оформление документов, там в МРЭУ можно это сделать бесплатно, вы знали? В МРЭУ для тех, кому нужна консультация, работают два окна в операционном зале. Услуга бесплатная. Для того, чтобы получить консультацию, не нужно даже брать талон электронной очереди. Данная услуга позволяет избежать ошибок, вероятных при самостоятельном заполнении заявления, а также значительно экономит время гражданина. Также госавтоинспекция отмечает, что в случае оформления заявления с использованием единого портала государственных услуг, заявитель вправе предоставить транспортное средство для осмотра до процедуры проверки документов. Заявление при этом он распечатывает самостоятельно. Александр продал несколько лет назад мотоцикл, снять его с учета не успел, поэтому пришлось платить транспортный налог. В МРЭУ помогли составить заявление, чтобы избавить бывшего владельца от ненужных выплат. Очень удобно. Давно здесь не был. Зашел первый раз в это здание. Очень даже все хорошо и прилично. Также в МРЭУ теперь можно оплатить госпошлину банковской картой или наличными. Скидка 30% на получение или замену водительского удостоверения, регистрацию транспортного средства предоставляется пользователям единого портала госуслуг. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».